Чебоксары вошли в список городов, где в этом году пройдет обучающая программа для специалистов в сфере развития окружающей среды в регионах России «Городские практики». Ее участниками станут архитекторы, градостроители, девелоперы и предприниматели. В рамках трехнедельного интенсива с 12 по 31 июля эксперты представят лучшие практики комплексного развития территорий в программе онлайн-лекции и очные практические семинары.